Ребята, всем привет, с вами Александр. В кои веки захотелось мне снять легенды... Не, не легенды, Monster Legend, вот так вот. И сегодня мы будем прокачивать довольно-таки неплохого монстра. Это у нас будет генерал Атом. Монстр, легендарный монстр земли, камня. В общем-то, вот такой вот у нас он красавчик маленький есть. Генерал войск земли. Атом силен, уверен в себе и груб. Его не назовешь деликатным. Суперудар. Последний штурм. Наносит противнику очень сильный урон стихии земли. В общем-то, все показатели на максимум. Давайте мы его тут найдем. Он покупался за очки в командном магазине, если я не ошибаюсь, да, там. За командные всякие очечки, которые зарабатываются в клановых войнах и все дела. Вот такой вот у нас есть генеральчик. Хорошо, что у нас все три ячейки для рун открыты. И давайте же перейдем на сайт mlfall.su и посмотрим. В общем-то, генерал Атом. Он у нас относится к хорошим легендарным монстрам земли в разделе контроль. Хотя он, в принципе, сейчас мы поймем, он больше, он хороший демагер, но и еще и неплохой контроль. То есть он не относится к топам. В топах у нас по дэмиджу это Бурадгор. У меня он есть. А по контролю это Баба Яга и Монтезума. Монтезума, кстати, у меня нет. Я хочу его еще получить. Да, но он у нас также есть еще в других разделах. Давайте сейчас мы посмотрим. То есть в разделе Легион Добра он тоже находится в разделе контроль. Просто хорошие монстры. В разделе Командные войны он находится у нас... в хороших монстрах, как damage dealer и как просто контроль. Там же находится Атом Спец, его домашнее животное и его телохранитель. Вот такие вот, в общем-то, дела. Давайте тогда мы сейчас заглянем на монстру Вики. Так, какие показатели? Сила 3454, очень хорошая сила. 32 тысячи практически жизни, это тоже очень хороший показатель. И скорость далеко не последняя. То есть очень сбалансированный монстр. Это хорошо. Слаб, естественно, как камень, он слаб против мрака. Суперка 5%. Мы ее прочитали. Так. Три группы скиллов. Подождите, раньше же было 4. А, ну вот первый удар вот здесь находится. Ладно, давайте пойдем. Первая группа Stone Mac. Непонятно, что это такое. То есть легендарный удар. Сила 35 и 50% контузии. То есть стан. Подожди, как у нас паралич обозначается? Блин, вот что не значки поубирали. Так, дальше идет солдаты каменные. Мультик по всем. Сила 30. Рок. Скала солдата, а это Stone Soldier, а это типа каменный, каменный и скала, короче. Дуэйн Джонс. Так, дальше 45, одинарный удар. Удар землей. Там тоже просто удар землей, без никаких бафов. Ладно, вторая группа. Powerful. Ну, это не знаю, что такое Mac. Это не Mess, Mac какой-то, блин. Ладно, сейчас в русском варианте почитаем это все дело. Так, 45 по одному, специальный, ну то есть легендарный удар, да, может парализовать, стан, паралич, да, а как у нас контузия, я уже забыл, так давно играл. Так, дальше, offensive, защита земли, или как-то так, offensive, defense, это защита, offensive, короче, какой-то страж земли, мультик по 7, может тоже парализовать всех целей, armored troops, бронированные морпехи. Мультик по союзникам без урона, естественно. Щит double the life и удваивает жизнь. Щит, который удваивает жизнь на два хода. То есть, ну просто щит, который равняется жизни. То есть 100% щит просто в этом смысле. Или 200% щит. Сейчас посмотрим. Так, Атом Смейс какой-то. Сила 60. Без, короче, спецэффектов. Так, земля... Ассаут. Земляная армия, короче, у нас какая-то. Мультик по 7.45. Тоже без каких-то бафов. И твердый, как скала.
на себя, двойная жизнь и отражение ударов, то есть damage mirrors. Так, теперь что нам тут рекомендуют? Первое — это у нас жезл атома. Атома, то есть по одному просто сильный удар силой 60. Так, давайте вот так вот. Атом, мейс — это жезл получается. Мейс — это жезл, да? Так, могучий жезл 45 с параличом. Так, вот это powerful, могучий, тоже жезл. Ну, теперь, по крайней мере, знаем. Так, и слова английские подучим. Так, наступление земли. Вот это вот, наверное, Earth Offensive. Мультик по всем силой 30. Earth Offensive, да. Offensive — наступление. Наступление земли получается. Наступление земли, мультик по всем со станом. И бронетанковые войска. Это... Все союзники получают 100% щит. Ну да, то есть 100%, не 200, как я думал. Это вот Earth Army Assault. Ну, бронетанковые. Ну, такой перевод интересный, да? Бронетанковые войска. Ну что, давайте тогда будем это все дело качать. Давайте включим мой читерский тройной нажим. Что-то он как-то не нажимает трижды. Здесь каменный жезл нас не интересует. Каменный солдат — это у нас, да, еще есть солдат скала, скальные солдаты, да. Ну ладно, нам жезл атома и могучий жезл, наступление земли и бронетанковые войска. Давайте. Бронетанковые войска. Давайте. Щит на всех, отлично. Могучий жезл. Powerful. Ну, вообще-то у них есть такое слово в английском. Mighty. Mighty, могучий. А это просто такой сильный, скажем так, жезл. Наступление земли. И еще один какой-то жезл нам нужен. Жезл атома. Ну нет, атака армии земли — это не наш случай. Ну давайте пока заменим тот удар. На всякий случай, мало ли что. Каменный солдат. Нет, спасибо. Жезл атома. Вот это то, что нам нужно. Это просто у нас будет супер-пупер сильный удар. Да? Хорошо, в общем-то, все удары мы уже нашли. Осталось прокачаться. И руны, да. Кстати, там про руны не сказал. Сейчас надо будет свериться. Но руны в основном ему на силу, несмотря на то, что он как бы контроль. Рекомендуется ставить руны все-таки на силу и одну на скорость. Но он хороший, посмотрим, что у меня там по рунам есть. Что-нибудь ему поставим. Так, ну нормально. Сколько? 2 миллиона всего лишь уходит. Ну это если кого-то прокачать там на 105 уровень, то уйдет все 6 миллионов. Вот так, в общем-то, мы прокачались, ребятки. Давайте сейчас еще сверимся по рунам. Ну да, сила. Damage control. А, что это? Куда эта штука ведет нас? Ну, как бы эти кнопки не активны. Damage control. То есть и то в смысле подходит ему. Или по идее это должна быть переключалка. То есть вот эти удары. Ну у нас тут паралич, то есть это нельзя сказать, что это дэмэдж тупой. У нас все-таки тут контроль для с параличом. Но эти ссылочки никуда не ведут, ребята. Так что, ну, качаем его.
Ладно, поставим ему рунки на силу. На силушку богатырскую. Так. Четвертую рунку ему давайте поставим. И скорости бы ему, да, скорости. Ну, одну давайте ему такую поставим. И что еще у нас есть? Ух ты, смотрите, какие у меня руны по силе есть-то. Так, а я ему какую руну-то поставил? Четвертую. Четвертую. Так. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, давайте командную третью еще поставим, пусть стоит. Не помешает. Ну, а теперь осталось нам найти место, где мы можем посражаться. Да, что-то когда прорисовано не шибко хорошо. Вот кукла. Кукла у нас хорошо прорисована. Кстати, у нас еще гангста Трисератопс ждет на прокачку. Так, кстати, новый остров у нас тут не добавили часом? Добавили. У нас новый остров. Ха-ха, ребята. Шикардос, ну, значит, можно будет как-то его заснять. Отлично. Я ждал. Ждал новый остров. Значит, сделаем пару серий. Так, есть у нас вот такая вот штука. 17 часов осталось. Нужно проходить. Я прохожу здесь только обычно подземелья по кристаллам. Если еще успеваю, подземелья по рунам прохожу. Ну, чтобы как бы было чего-нибудь-то. Так. Ну, здесь, наверное, нам будет слишком... слишком легко, если у нас тут будет стоять вольтик. Ну, давайте попробуем. Так, где там у тебя удары? Есть красивые, знаю, у тебя есть удары с заморозкой. Крампус наш. Так, почти. Паралич всем. Паралич одному. Давайте этого нашего. Купер Бёрд. Да, короче, не. Купер Бирд. Или как там? Борда. Борда, короче, рыжая борда, медная борда. Неплохо парализовали именно вольтика. У нас есть злостное Рождество. Рудольф, олень Рудольф. Так, опять борода. Чё ты такой как-то, блин, неуязвимый? А ну-ка стоять. Неуязвимость к параличу и замораживанию. Вот в чем прикол у него. Давайте просто ему сильный дымаг. 60, да, сила удара была у нас там по уровню. Неплохо. Ну, смотрите, он сразу как бы влился в наши самые сильные ряды и хорошо себя чувствует. Так, ладно, давайте пропустим. У нас тут тест-драйв именно атома, а не всех подряд. И давайте мультик. Снова всем паралич. Но, правда, он уже не сработает, но это нам и не надо. Отлично, даже не приходится для него искать какое-то слабое подземелье, чтобы его обкатать. Это радует. Так, чужой, чужой. У нас есть и дракон чужой, и монстр чужой. Везде, везде чужие есть. Ну давайте, пока что у нас все идет по плану. Кстати, у нас вместо вот тебя можно же и самурая взять. Самурай, что у нас там по скорости? Давайте посмотрим. Он, конечно, не такой контроль, но удар с параличом у него есть. Пока что скорости ему хватает. Давайте проверим. Такой же, такие же удары, как и у атома, конечно, это не очень хорошо. Заморозка лучше, чем паралич. Да, Крампуса она стоит, наверное, вернуть на следующий ход. О, давайте щит наложим на всех, ё-моё. 100%, но всего лишь на 2 хода. Ладно, так я его не буду убивать полностью. У нас... А куда... А, блин, 2 хода. Вольтик же 2 хода выполнил и как бы... И потому потерял щит.
Прикольно, кстати, не видел этого монстра раньше. Так. Надо было, наверное, жука атаковать. Хотя нет, жук у нас хоть и механический, но он... Ладно, частично механический. Но одному вольтику достанется. Пол щита всего лишь мы потеряли. Ну, вольтик, конечно, отгреб по полной. Но ничего страшного. Так, а что у него тут за значок? Тройной урон против чудищ со свойствами артефакта? Что это такое? Что это за свойство-то? Так, давайте. Парализуем одного. И парализуем всех. Прикольно, еще изменили вот эти кнопочки. Теперь мы можем выбирать двойную скорость, четверную скорость даже и автоматический режим. Очень даже забавно получается. Ну, в общем-то, обкатали. Годный. Ну, я знал это заранее. Давным-давно. Да, в командных войнах часто попадается, да и вообще в противниках часто попадается нам Атом. Генерал. Так, а давайте сейчас в ускоренном режиме посмотрим еще парочку боев. Почему бы и нет? В атаку, ну-ка. Победят они сами, потому что как бы они глупости иногда делают в автоматическом режиме. Так, ну четырекратно это, наверное, слишком быстро. Никто ничего не понял. Ладно. У нас такая будет серия. Краткий обзор новостей, да. Купа подземелья. В подземельях я сейчас тоже не участвую. Но... Так, давайте сменим сейчас кого-нибудь. Кого-нибудь на кого-нибудь. Так, ну вольтик здесь слишком альтимативный. Темпеста давайте поставим. И Крампуса. Тут, кстати, у него у Темпеста тоже ж паралич у нас, да? Давайте двойной. Я тут расслаблюсь. Посмотрим. Так, заморозили всех. Отлично. Паралич было ни к чему. Щит наложила там. Крампус заморозил. Контузили. Двойной щит снова. Молодец, Атом. Атом хорошо саппортит. Так, там каменный Вульфенштейн из графита. Какой Вульфенштейн? Да этот. Франкенштейн. Ну, все, кстати, нормально справляются. Вообще без проблем. Но это у нас монстры, конечно, без рун. Без рун были. Давайте сейчас еще тогда, раз такие дела, запустим боёчек. Допустим, возьмем доктора Виктора. Так, а здесь у меня контроля же никого больше нет, да? Есть Лилиша. И есть Джебелин, кстати. А, ну подожди, у меня есть и Фенрир здесь есть. И Кейтер. Вот это будет, наверное, что-то интересное. Паралич не прошел. Щит. Практически пробили Атом щит. Так, ну Кейтер же у нас может танковать, да? Брать на себя урон, как Орус. Так, минус псина постапокалипсиса. Так, и вот этот пылесос остался. Вакууматор. Неплохо. Ну давай, добивай его. Ну, зачетно. Ну вот эта тема мне вообще жутко напоминает StarCraft. Абатур.
Даже вспомнил название этого монстра. Абатур. Так, хорошо. Ладно, интересно стало. Хочется мне такой вот троицей самому посражаться. Так, будем ли мы кого-нибудь менять? Доктора Виктора стоит ли менять? Не стоит ли менять? Он усиливает. Изменить, наверное. Да тут особо и менять некого. Темпеста ставить, наверное, не будем ставить. Так, пойдем, давайте. Сейчас, ух ты, Мишка. Мишка прикольный, напоминает мне игру Red Alert 2. Давайте вот так сделаем. А паралич оставим генералу Атому. Ослепление и горение, это, короче, намного круче. Наносит всем врагам слабый урон стихии, может парализовать всех противников. Кстати, это даже будет сильный удар против двоих. Паралич на всех попал, нет? Мопс, короче, выжил, походу. Так, давайте посмотрим. Добавляет 100% щита всем союзникам. Прикольно, это очень похожий на Атома. Исцеляет 50%, дает себе один дополнительный ход, пока что это рано. Исцеляет всех союзников на 30%. Вот только вообще он дикий саппорт. На 30% снимает всех союзников отрицательные эффекты и исцеляет себе на 20% на себя эффект насмешки. Ну, это, то есть, привлекают удары, да, все на себя сейчас получается. Ну, не считая мультика. Так. Давайте, паралич. А, ну, он сейчас не пройдет, ну ладно, всех хотя бы продемажим немножко. Так. У нас есть супер щит. Такой щит желтый, раньше не было такой анимации. Так, ну естественно, накладывать щит как бы вообще не актуально. Блин, реально нечего делать. Как бы у нас, ну, исцелить можно, правда. Исцелять всех союзников, ладно. Хотя это было вообще не актуально. Заморозили Атома. Гиперион. Так, может и догорит на следующий ход. Ну вот, давайте поставим щит. Сидим в глухой защите, так сказать. Так, минус Мишка. Осталась Псишка. Осталась Псишка. И Гиперион. Это, помните, был такой фильм «Тихоокеанский рубеж»? Да, по-моему, да, да, там была такая, короче, фигня. Пила какая-то подобная была. Так, минус. И Гиперион, Гиперион Атом сейчас наносит последний удар. Мощный удар. Минус 14 тысяч. Ну, в общем-то, вот такие вот, ребятки, у нас были дела. Я думаю, вам понравился генерал Атом. Тот, кто ждал, тот дождался, да. Серии не было больше месяца по этой игре. Но у нас появился новый остров, так что я думаю, как-нибудь еще две серики сниму. То есть за две серии мы пройдем этот остров. Ну, я надеюсь, мы его пройдем. А на этом все. Всем пока.